Сейчас приду. А, да, тогда все. Чувак, голодаешь, что ли? Ну, понимаете. Газ хуяс. Блять, я еще другие кнопки нажимаю, почему он карабкается, блять? Это еблан. Блять. Пипец, орда нахуй бесконечная, блять. Просто как мухи нахуй с пизды, блять. Ко мне, блять, респаун. Заебали своими щитами, сука, попущенцы, ебище, нахуй. Ой, блядь, как заебало. Что же ты, сука, блядь. Я не понимаю, откуда они, блядь, уберутся. Блядь, я вообще, сука, раду быстро. А, надо тут же сделать. Ой, бля, припёрся опять этот манда, сука. Откуда здесь медведь, блядь? Откуда он нахуй здесь на крыше? Медведь как на крышу откуда взялся? Наушники... А, вот они. Надо постелиться. Надо постелиться. Нет, сука. Ой, я не знаю, почему. Мне кажется, что с 1 июля это уже какой-то судный день начнется. Вот, серьезно, судный день. Вот, вообще, что это? Все умрем. О, пришла. О, привет. Тимур так рад видеть. Ой, да, он тебе. Да, Тимур, давай. Да.
Но он ушел, походу. Ну, такой он человек. Территория? Что за территория? Я тебя понял. Окей, сейчас посмотрим, друзья. Я бы к тебе присоединиться. В каком тандеме? Да, у меня вообще. Да. Чуть ниже. Чуть не поменять персонажей. Да ёпты. Ага, сейчас. Я не болею, у меня просто бывает такое. Нет. Просто нос немножко не дышит. Короче, это не критично. Сейчас просто я там персонажа выбирал. Да, нам нужна твоя огневая поддержка. Ну ладно, согласился, красавчик. Что это за локация? Я хочу в древесину этот наслутать. Ну а ты как думаешь? А, сука. Достал, блядь. Проседы. Я крушу. Конечно, я ебашил. Блять, он нельзя, чтобы он упал вниз. Да вниз он упал. Он залагал. О. Да. Ты, сука, спускайся, дура. Дай хотя бы подняться мне.
Внизу, говоришь? Да, скорее всего. Я тут ходил. Перевал. А, это хуйня. Да, знаю. Что я это вроде проходил. Блин, надо этого Крилла заебать. Значит, у меня хилок мало, сука. На. Ты меня поймал, пидор. Да где ты, пидорас? Последний. Где он? Вот он. Подо льдом. Да. Да там внизу. Это я его убил. Стрелой добил. Ты не видела. Тебя там залагало. А эти придурки за стеной. Хачапури. Ой, хачапури. Хачура. Ай, блядь. Пизды получил. Всех добиваю. Что я чё?
Ну, блядь, я это давно проходил. Надо их активировать тут все. Почему игра у меня как-то... Где ты там застрял? Кого-то мне одолеешь. Посложнее было, понимаешь? Да? Где, блядь? Ты где, нахуй? Нахуй ты наверх залезла? Я к тебе не смогу подняться, сорян. Я занят, меня тут убивают. Я страдаю. Там далеко. Не могу я. Нет, тут факел есть зажечь, который надо. Или, блядь, допёр. А, это хуйню активировать надо. У меня не сработает, походу. Не сработает. А нет, сработает. Я нигде не убегаю, я вообще наверху. Теперь я внизу. Упал я.
Да. Да, блядь. Да, отъебись ты от меня, хачапур, блядь. Короче, я его хочу убить, заебал. Он меня уже задолбал уже. Не хочет он играть. Толком разъебет нахуй. Не надо. Только не матерись. Вот одно осталось активировать здесь. Подлететь и это быстренько обратно. Ну ёб твою мать. Да я тебя понял, себя размерни. Кого не можешь найти? А, факел? Бывает. Я не трогаю, просто. Я просто разбил. Его изи. Здесь можно. И то, я. Факела зажги хотя бы. О, я вместо тебя зажег. Все, это даже еще лучше. Покатается. Погоди, что там написал? Абдяп-дяп-дяп. И Тимур, иди спать. Ну что, молодец, поздравляю. Здесь чувака освободить. Понял. Я, короче, там.
С кем ты разговариваешь? Ты что, больной? Ха-ха-ха. Смешно, Тимур. Я тебя слышу, но тут Тимур смеется. Если бы я знал, помнил бы. Ай, блядь, пизды дал. Всех перебил. Или нет? Кажется, что нет. Что? Кто будет? Ой, блядь. Эти упали, которые... Чё ты там написал? Мефисточку не слышно. На стриме, что ли? Ну, бывает. И тебя вообще не слышно, потому что у тебя... Не знаю. Это потому что она на телефоне, наверное. Через телефон, короче, ладно, не важно. Нет, он имеет в виду... Не знаю, ты ее слышал, Тимур, скажи. Беги. Да, я тут пока залутаюсь. Сундук открылся. Это хорошо. А в клетке никого нет. Обычный сундук. Где сидит? Я у нее никого не вижу. Где? Там никого нет. Там никого нет. Никого там нет. Это... Какая женщина? Это ты женщина. Ай, блядь, что там? Семён... Короче, понятно. Нет, тебя в любом случае вообще не слышно, потому что у тебя нет разрешения, как бы. Ну, потому что через телефон же только в тусовке сидишь. Может, из-за этого. Естественно, приложение только. А, ой, ну ты жопа, надо читать. Что ты как? Вот и это дерево есть. Видишь вот это дерево? Чё там? Вон, вот оно, видишь, золотое дерево. Вот. Да. Чё там? Женщина поняла. А, ясно. Эй, куда ты ушёл? Дай осмотреться, блядь. К
активировать-то будем, не? Так хули сидим? Ничего. Просто взрываю. Просто взрываю, ничего такого. Ты гео хотя бы возьми, активируй эти хрени. Уверена? Так, вот это активировано. Да, он закрыт, значит, надо что-то сделать. О, пойдем сюда, куда я иду. Ну, в мою сторону иди. Видишь меня? Встань на эту платформу. Тебе надо на другую встать. О, все, можешь активировать эту Еву. Ну а что это? Да. Молодец. Так. Дальше, блядь. Хичурлы. Так, вот этот активировать его надо как-то. Да, в ту сторону. Так. Я вообще-то знаю, а вот ты давай рожай. Ты должна все знать, Саша не бесконечный. Поэтому как магическим образом. Дождь пошел. А куда дальше? Да, подняться обязательно. Не получается. Ну, нет. Потому что расстояние большое, да и нет. Надо было вон где мужика или кого там бабу спасали.
Какие чурлы, блядь. Шут. За шо их бить-то? Будешь долго стоять, тебя молния ударит. Если долго будешь стоять. Я говорю, долго будешь стоять, молния в себе ударит. Гениально просто. Ай, блядь. Я упал. Я упал. Ну, ёбаный свет. Ясно. Да ёбаный хуй. Че падаю лично? Нет. Надо туда, куда я встал. Это можно вот теперь лететь. Ай, блядь. Так что, все в твоих руках. Долететь. Ой, блядь. Ну где я стою, ну ё-моё. До зеленого. Так я туда и не получится. У тебя получится, и так высота норм. Вот я даже сам попробую. Зачем так максимально? А, ясно, ладно. Это слишком высоко для тебя. Конечно, не открыто, только ты откроешь. Побить эти деревяшки? Может, надо вот возле дерева золотого побить, а? Тебя побить. Так, давай уже сюда. Тут тебе надо активировать. Ну, хорошо, что дождь идет. Ну, здорово. Так, этого пидораса надо увидеть, потому что он их хилит их. Сука, он его исцеляет, блядь, урод. Ай, блядь, сука, я упал, нахуй, пидорас. Я не могу, я занят. Да, блядь, то меня скидывает второй раз подряд. И подняться не могу, блядь, гандон. Да ёбаный хуй.
сука, блядь. Ебанат, нахуй. Не, блядь. Блядь, да заебал ты, нахуй, с молотом. А хуйня это... И что? Внутри. Что он нихуя не умирает, блядь. Вода его, блядь, исцеляет, что ли? Его ебушь. Надо его чем-то другим пипостить. Да, блядь. Нет. Я его не смогу открыть, сама знаешь. Потому что, блядь, тут враги упали, хуй их убьешь. А, вон они, заради. Да, мне надо персонажа поменять, блядь, съебало. Ёбаный урод, настроить нельзя персонажа. Ну, потому что, блядь, хилится он, блядь, из-за воды. Ну, все уже. Полоска жизни, да, я вижу. Да какой бессмертный, сейчас он помрет уже. Не знаю. Заглючило. Ты ничего не можешь. Давай открывай сундук. Даже закончился. Так, что там на дереве, кстати, есть? Там где-то яйца есть. Вот они, заберу их. О, что ты сказала? Да нафиг не нужна. Омлет тебе что ли надо сделать? Давай, все сделала. Хуй меня бомбануло. Точка телепорта. Скажешь тоже. Ой, блядь. Да, погоди. Я уже рядом. Угу. Ну, ждай. Значит, ты не забрала. Стах что-то встало там. Не знаю. Ну, видимо, может, глюк забаговалось. Что-то. Ахуй, заглюк. Ага. 4 раз. Да, они просто так. О,
Ай, блядь. Чё целый ебаешься? Пайман, спутница, путешественник, чё? Да. Это, а ты не путай Крис Пайман, ты как смеешь это? Это вообще ни в какие ворота. Пайман, это ты как Пайман, бля. Ну да, Пайман. Куда там? По дороге в ту сторону. Да, странно. Так, ты мою мяту забрала, сука. Случайно глаза закрыла, ты уже забрала. О, спасибо. Каменоломня была. Магема, что ли? Конечно, нужны. О, блудный сын вернулся. Чё, в Гемшин зайдешь, нужна твоя сила. Да. Это будет трындец, но я чё, виноват что ли? Как бы... Пир-пир-пир-пир-пир-пир даже, да? Да я в курсе, что ты кукаешь много, да. Серьезно? Ну это нормально обсудить. Ну ты у нас тут любитель это был.
Да, конечно, при мне не пукало. Но если втихаря там шептуна пустит. Вот, Тимур, покажи, вот покажи ей, пукни ей в микрофон, как бы она это. Красавчик просто. Да не уходи ты, Дарли, что туда? Прекрасно. Так, со щитом каменным, да. Ай, блядь, мне взрывом унесло. Запазе была у меня. Ну, 60-й, она не так сильно скачала. Ну, буду качать ее. Как бы иначе никак. Цветочек, сахарочек. Чё? Где? А, этот. Его надо разъебать. Он 69-го. Давай, нападай. Кидаю. Его надо к воде бы его подкинуть. Ах ты, блядь, сука. Подгорел. Давай.
Работы. Надо рыбки пособирать. Хоп-хоп. А ну стоять, сука. Рыбалка у меня здесь. Подводная рыбалка. Слушай, замерзнет, тварь, ты что, охерел? Ага, слышишь? Вглубь льда. Замерз. Где? Не была, значит. Мне кажется, здесь что-то есть. О, сундук. О, сундук-то нехилый. А это что? Тут можно разбить. И еще сундук. Я тут не была. Я тоже тут не был. А может и был, я чё помню. Как бы... Ладно, в бой! Один со щитом! Какая помощь? Может, тебе нужна помощь? Который с кота, ну, с мечом, мечник. Ну, не знаю. Точно. Готово. Да, с тобой. С кем же еще? Открывай, тут еще один сундук. Где? Крутите барабан. Ты что, сейчас что ли хочешь? Лучше приподдержи. Ну понял. Не спеши, Кадзуха. Не надо ее пытать. А чё? Там баннер обновили.
Да, листья на ветру. Все, пошел крутиться. Иди. Ну, штук 20 будет. Крути. Не знаю. Чичу, блядь, пёс какой-то, ищейка. Сыда. Ложись. Ну а кто не хочет? Ну это мы убедились. Ты не стала крутить, да? Я тебя понял. О, я хочу розарию. Сиськи и жопы. Чулочки. И она еще зубы как будто цепляет. В жопе где-то. Я съебал. Тут ничего нет. Спасибо. Тут одни эти. А, вот он, сундук, все нашел. Ну, такой хуёвый. Да, я тебя понял. Шевроны эти, или как они. Yeah.
Тут еще сундук. Ну, здесь рядом. В сарай заходишь, он там. Всем привет. Здравствуйте. Ты будешь крутить? Уши. Кто я крутить? Угу. Я не буду. Почему? Даже не хочу, как-нибудь не знаю. Нет. Ясно. Ладно. Тут еще сундук, слышь. А, ты помогаешь человеку? Ладно, не буду еще. Ну да, так. Помогаю. Так я вижу, что ты мне. Нет, их надо добить. Что? Какой геморрой? Все успешно идет, что ты? Все успешно. Где? Красный. Какой красный? Да везде, блядь, что ты хочешь? Тут везде эти похитители сокровищ. Нет, его здесь не было. Тебе показалось. Да. Я сдаю. Ой, блядь. А, вот, вижу. Вот туда полетели. Вот он, сундук. Наверное, ты про этот имел в виду. Что туда идем? Тут, конечно, врагов дохуя, блядь. Ай, пидорас. Это твой уровень. Давай, вперед. Да, 68-й. Обожать не вредно. О, тут эта птичка та самая. Под лестницу упал. Я...
Да? Считаю, что... Я их сейчас сам возьму. Так, я кручу. Давай, удачи. Блин, по одной или сразу десятку? Я не знаю. Чтоб у меня с первой же. А сколько там на 90 или 80? Ну, еще 63 раза надо. А может по одной? Ну ладно, десятку. Бам! 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 О! Нега! 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 Сразу же! Тихо. О, раздары. О, казуха. Наебалось Да, ну сюда. тогда больше не буду крутить. Зачем рассказы после? Да, Казуха, Розарий, какая-то книжка. Шанс упадения прямо Нормально с... все. Ну ёбаный. Ну, конечно, тут сразу же было. Очевидно. На самом деле мне не нужен казух. О, сундук. Не он. Нет. Такому Розария нужна была. Ну так он же вначале говорил. Сиськи же. Нет, я не говорил. Точно Тимур. Да, то я где я вот, то вот там есть сундук обычный. Смотрите, как обычно я тут занят был. Ну, если там никого нету, кого там побеждать? А, ты, наверное, к сундуку? А я не знал, что сундук будет. От этих придурков, серьезно? Да, они сейчас умрут от электро.
С тебя током шарит. Ну как обычно. Кого ты только не хочешь. Это так и будет. Пиздец, лучше не делай этого. Да, его чтобы прокачивать, надо того самурая убивать. Да. Тот на острове, который... Ну они этого самурая потом в Инадзуму переносят. А зачем тебе выходить? Ты же можешь так крутить. У нее сиськи больше, хреть. В этой Розарии. И задница больше. Кстати, жопа реально больше. Самые большие сиськи у Лизы. Да. У нее жопа такая пчелка, прям такие, знаешь. Фига себе. Класс. Давайте прыгать с 200 сиськами. Ну и проседы здесь. О, сундук. Рейзер? Да, я знаю. Выметайтесь из игры. Охренеть. Там с хачапурями вбился. Нет, я еще там в игре. Кто такой Кайзер? Что за немец? Нихера не знаю, ты Казуха что ли, блядь? Какой Кайзер? Сука. Какой-то... Нет, джунгли уже же был повтор, он, наверное, только через год будет.
да, через год. Но у него уже два раза подряд был бан. Пиздец, сука. О. Он говорил, он не убил. Понятно. Я у тебя. Ой, блин, не переживай. Да. Сейчас. Просто тут ежедневки выполняю.
Ага. Если бы я знал. Так как за Рейзера я вообще не играю. У меня его нету, блядь. Как бы гайд в помощь. Как бы, ну, понял, да? Помянем Пеннета. Хули ноешь вообще. Парни, у тебя есть Пеннет? Я же сказал только сейчас. А, ты где? А, подожди, Пеннет, у меня же его нет вроде. А, Пеннет у меня есть, да, точно. Прикольный чувак. Да не, нормально. Да не, 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 все нормально. Все. Факты записываешь, что ли? Ясно. Не, молодец. Записываю.
行動するのだ。ここにとどまっているわけにはいかない。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。Чё всё? К чему ты готова? Крутить? Вот это настрой. Я что, не в игре? Тебе. Сейчас я помню.